Если вы не научитесь инвестировать в себя, вы не сможете инвестировать в других. Если вы не сможете ходить сами в истине, как будут те ходить в истине, кому вы будете давать истину? Ты не имеешь права жить какой-то пораженной, половинчатой, заурядной жизнью. Ты сгусток Царствия Божия на этой земле. Ты не просто посол Иисуса Христа. Ты его семья, в тебе его кровь и его ДНК. Ты соединен с ним через крест Голгофа. Послушайте, что произошло с Марией? Давайте посмотрим с Марией. Мария. Послушайте, сейчас вы кое-что... О, Иисус. Вы готовы еще слушать Слово Божие? Вот то, что я говорю, я очень ценю каждое слово. И я не хочу бросать... Если вы уставшие, хотите уже... Я лучше не буду так говорить. Я не буду сокровища сейчас бросать. Или на следующем служении? Окей, хорошо. Послушайте, я почему так ревностно, почему так серьезно? Я знаю цену тому слову, которое я говорю. Это не просто религиозные басни, которые просто ты забудешь завтра. Это то, что поменяет твою жизнь. Поэтому мне нравится, как этот красиво одет брат с галстуком в красной рубашке сидит и записывает. Вы знаете, что он делает? Принимает. Он не просто принимает. Он берет сокровища и складывает аккуратненько, складирует в сундучок. Вот его сундук. Слава Богу, брат. Это успешный человек. Даже по одежде видно. Почему? Потому что он работает со Словом Божьим. Хороший пример. Вы должны работать со Словом Божьим. Если вы не будете работать со Словом Божьим, оно не будет работать с вами. Кто-то услышал меня? Повторите. Я вас все равно не услышал, это вы сказали для себя. Главное, чтобы вы понимали, о чем вы говорите. Принимаем Слово Божье. Я говорю, если вы не поработаете со Словом Божьим, оно не будет работать с вами. Да. Идем дальше. Является ангел Гавриил. Ангел Гавриил — это вестник, это уста Божьи. Послушай. И он говорит, радуйся, благодатная. Царство Божье начинается с чего? С радости. Вы знаете, в нерадости ты не можешь забеременеть. Ну, как сказать, ты можешь забеременеть, но это ближе к насилию. Понимаете, о чем я говорю? Ты должен радоваться. Я сейчас глубокие вещи говорю. Твердая пища пошла. Ты в радости, ты начинаешь Слово Божье. И говорит, радуйся благодатно. Радость — это почва для зачатия. Запиши себе это. Радость — это почва для зачатия Слова Божьего. Радуйся благодатно, ибо ты обрела что? Благодать — это незаслуженная милость. Послушай, та благодать, которая была на Марии, послушай, ты родня с Марией, ты в курсе вообще? Ты родственник Марии, скажи, я родственник Марии. И я по наследству через Христа Иисуса имею ту же благодать. Благодать Марии. О, Иисус, ибо ты обрела, скажи, я обрел. Я не когда-то буду обретать. Я прямо сейчас обрела благодать Божью. О-хо! Я сейчас закончу. Я хочу, чтобы ты размышлял над этим словом, когда закончится служение. Не заходи в телефон, компьютер, не спеши болтать с кем-то. Просто поработай, поразмышляй. Послушай. Через твои руки сейчас течет золото. Я получил слово. Я радуюсь. Вы знаете, что у Давида было откровение. Он знал, чему радоваться. Ну, а чего радоваться? Слово. Ну, что слово. Не дошло. Недалекий человек так может сказать только. Он не понимает, что он говорит. Послушай. Бог мне сейчас кое-что сказал. Господи. Послушай. Только что получил, это свежее откровение. Если ты
оценишь Слово Божие как сокровище, Бог даст тебе земное сокровище. Если ты придашь ценность Слову Божьему как сокровищу, все остальное тебя догонит. Вот именно поэтому многие не имеют земных благ, потому что они не оценивают Его благо достойным образом. Но когда ты радуешься Слову, не богатству, Слову, с которого все начинается, и ты благодаришь, то оно доходит земное. Послушай, земное, оно всегда идет за духовным. Не наоборот. И мы иногда неправильно делаем. Мы ищем подработку туда-сюда. Бог говорит, помолись. Нет, нужно заработать. Вот будешь так работать до гробовой доски. Ты должен слушать голос Божий. Ты рожденный свыше, ты сверхъестественный человек, ты необычный. Бог хочет тебя вывести из рамок системы этого мира, чтобы ты стоял над этим, и ты господствовал в славе, как дочь и сын царя, воздай ему славу. И Дух Божий сошел на всех слушающих слово прямо сейчас. Все начинается со слова. И твоя новая жизнь начнется с этого слова. Твоя жизнь уже новая сейчас начинается. Что-то новое происходит прямо сейчас в твоей жизни. Да, ты еще не осознаешь, но что-то новое сейчас, я говорю сейчас начинает происходить в твоей жизни. Бери это. Послушайте. Благодать у Бога. Ибо ты зачнешь, родишь сына, да, вот это вот все. А как это будет? Опять же, зачем, какая тебе разница, как это будет? Послушайте, если бы этот человек спросил, а как это будет, золото Соломона, не знаю, когда бы он дошел до этого. Он говорит, я беру, я не знаю, как это будет. Это сказал Бог. Это его прерогатива, как это будет. Это его компетенция, не твоя, а компетенция Бога. И послушай, так же, как Мария сверхъестественно решилось Слово Божье. Если Бог тебе сказал, и все тебе говорят, слушай, о твоем здоровье, что все, это неизлечимо, или это не решается, ерунда. Слушай, что тебе Бог сказал. И Слово Божье, оно стоит над законами физическими, над законами физики, химии, анатомии, биологии, биографии, Ньютона, всех остальных законов притяжения и т.д. и т.п., законом тления. Это все Бог стоит над этим, а ты сокрыт в нем. Ты над этим. Ты должен только это понять. И смотрите, когда говорил и сказал... Написано, она это слагала все. Как? В сердце. Когда произошло зачатие? Когда Гавриил сказал. Не написано, когда произошло зачатие. Да? Не написано же. Вот оно было зачатие. Слово. Послушайте. Гавриил, послушай, это не слово Гавриила. Гавриил, как почтальон, передал семя, которое Бог вложил в дух Марии и которое стало плотью. И Бог хочет это делать с тобой, воздай ему славу.